Уважаемые мелитопольцы, дорогие ветераны, 23 октября мы отмечаем очень важную и памятную дату – 72-ю годовщину освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. С каждым годом эта дата уходит от нас все дальше, с каждым годом становится все меньше ветеранов. И тем ценнее для нас должна быть память о тех событиях. Оккупация Мелитополя длилась 2 года. Она была суровым испытанием. Но наши предки не покорились врагу. Они проявили стойкость и мужество. Они освободили Мелитополь, а ценой освобождения стали жизни тысяч солдат, которые сейчас покоятся в братских могилах. Мы, дети и внуки победителей, склоняем головы перед памятью павших героев и благодарим ныне живущих ветеранов. В этот светлый день я желаю всем нам ценить мир, беречь близких и любить свой город. С праздником, дорогие мелитопольцы! С Днем Освобождения!